agree to disagree. Мы все согласны, чтобы быть не согласны с друг другом. Давайте. Okay. The important thing is that it happened. Okay. Самое главное, что это произошло. Правильно? Потому что это были дебаты, где это происходило. Но самое главное, что она произошло, и слава Богу. Okay, the second chapter of the book of Acts deals indeed with the day of Pentecost. Вторая глава Деяния, это мы сталкиваемся с днем Пятидесятницы, день, когда церковь была создана. And with the witness of the apostles at the feast of Pentecost. И это было свидетельство апостолов с днем Шавуота, именно день Пятидесятницы по еврейскому календарю. Again, this chapter divides itself quite nicely into four different parts, four divisions. И тут мы тоже видим, что она в четыре на четыре раздела делится эта глава. Первое, когда приходит Дух Святой. The effects of that coming. А второе, это эффекты того, что пришло, выводы, как бы того, что произошло, когда Дух Святой пришел. Peter's first sermon. Третья часть – это первая проповедь Петра. And the results of that sermon. И результаты этого проповеди. Okay, it says in Acts 2:1 that Shavuot had come, and the believers were all gathered together in one place. И написано, при наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Scripture does not specify which place that was. Тут не написано, где, в каком именно месте оно происходило. Okay. It states that it was the day, again, a definite article. Тут написано, что это было именно в этот день. And shows that the feast of Pentecost was now to be fulfilled by the events occurring in this particular chapter. И написано, что это должно было пройти, и все, что происходило именно в этот праздник, именно в этом главе. Okay, in the Greek, the if you translate was now come, it means in being fulfilled completely. Это на греческом означает, что она была полностью исполнена. Okay, the point that Luke is trying to make using this particular term is to show that the Feast of Pentecost is about to be fulfilled by the events that are going to take place. И то, что Лука хочет тут объяснить, что эти вещи, которые будут происходить в этом главе, то это будет совершение именно самого дня Пятидесятницы, то, что должно было бы исполниться. Okay, in my notes I give both possibilities here. It says they were all gathered together in one place. В моих заметках у меня есть два варианта того, что в каком месте они собирались. Some interpret this indeed as a temple compound. Некоторые говорят, что это было одно из мест храма. But also there are those who indeed feel that it could have still been the upper room. Ну, они некоторые также сами верят, что это было место именно в комнате тайной. Because of the situation that there was at that time. Из-за ситуации, которая происходила на то время. Also, as I just quoted in verse 2, it says the house where they were filled. So. И тут же также написано, что во втором стихе написано, что наполнился весь дом, именно сам дом, где они находились. Как перевести дом? Но переводим ли мы как это просто дом, либо что-то был дом Господень? Мы не знаем. У нас нет определения, что за дом был. Поэтому вы можете идти двумя путями. Okay, three things happen. Три вещи произошло. A sound is heard. Слышен шум. Something is seen. Что-то было увидено. And there is a miracle experience. И произошло чудо. In verse 2 it says a sound that was heard was a sound of a mighty wind. Написано, что раздался внезапно шум с неба,
как бы несущего сильно. Okay, it says, сильного ветра. Okay, it says in my translation it says a sound from the sky like the roar of a violent wind. Yeah, yeah. That's and what it says. Filled the whole house. И написано, что она наполнила весь дом. Sitting. That's another interesting. Где они находились? Well, we don't have it. It doesn't say they were sitting. It says where they were at. So original sitting. В оригинале написано там, где они сидели. I looked it up. Okay. The verse emphasizes the quickness and suddenness in which this came. Стих рассказывает то место, стих объясняет, что это было быстро, внезапно и громко, то, что произошло. Was from heaven. Говорит, это было с именно неба. And the content was the sound. И одно из главных вещей, это был звук. Okay. Now, question was just also raised. It says, "Yeah, okay. If they were in the upper room, how could others hear?" Or и мы также один из вопросов был задан, что если они были бы в тайной комнате, как бы другие тогда бы услышали и так далее. But if I listen to some people when they have their radios turned up very loud these days, you can hear them very well outside the house. Я вам скажу, что если у некоторых иногда включено радио либо система звуковая очень громко, то примерно можно услышать их с улицы. And if I think of a heavenly sound and если я думал о небесном звуке и о рычании, которое, знаешь, написано, то а вдруг слышали с улицы? Okay. The wind is a very common symbol in Scripture for the Holy Spirit. Ветер это символ, который часто используемый для Духа Святого. Okay, a more literal translation in English would be an echoing sound as of a mighty wind borne violently. Если это был бы правильный перевод, то это был бы перевод, что означал, что это было повторяющийся звук, которое было. Could also have been that the house actually shook with the force of the wind, just as можно подумать, что комната тряслась, потому что настолько был ветер сильный. Okay. Although they heard the sound, they never felt the wind itself. Но как же бы они не слышали ветер и видели, они не почувствовали ветер. Okay. As I said before, Luke is very specific. Как я вам говорил, что Лука очень специфичен тем, что он пишет детали. And some would say because he uses the word house, then we must be thinking of a. Поэтому некоторые говорят, что когда написано дом, тогда надо думать, что это было в доме. Okay, the second thing that we can pick up here. И второе то, что мы можем тут взять. Это то, что они видели. It says it was like fire. Написано, что явилось им разделение и разделяющие языки как огненные. And it says here the appearance of it was like tongues. Yeah. Разделяющие языки. Okay, but it was like this fire was cut into little pieces. Но what the Greek says actually. На греческом это означает, что этот огонь, она была разделена как на маленькие кусочки. It was one solid mass of fire, but then suddenly it started to separate and divide itself. Было одно массивное большое огонь, а потом он начал разделяться на маленькие. It says what they saw was something like a fire. Написано, что им явилось якобы. We have to remember in scripture descriptions are very often based on comparing something we cannot explain with something that we know. И мы должны не забывать, что очень много часто в Писании мы видим слово, мы видим, что люди объясняют некоторые вещи тем, что они видят, с тем, что более не менее существует в нашем мире и то, что на нее похоже. Но это не. Throughout the prophetic scriptures, you see this. Через вы видите это в пророческих местах Писания. Especially when the prophets are describing something which is far in the future, which they.
Например, как пророки, они пророчествуют что-то в далеком будущем, что они видят. И когда, вот, допустим, Иезекииль объясняет о Боге и о сидящем на троне и колеснице, он говорит им слова и терминологию того, что люди могут знать либо видеть. Но что это было точно, мы, наверное, поймем, когда мы сами увидим. Это было как огонь, но ничего не горело. Okay, so it was a flame-like appearance, but it possibly also gave light. Это было как огонь, но это, наверное, также самое давало и яркий свет. Okay, and it divided itself onto each one in the room. И она разделилась на каждого человека в комнате. I would describe this perhaps as the Shekinah glory of God. Я, может быть, могу объяснить это как слава, как визуальная слава Божья. A visible manifestation of God's presence. Как визуальное присутствие Божьего, Бога на этом месте. And it's described as coming and resting on each one of them. Написано, что они почили по одному на каждом из них. То бишь, они спустили, и они были на каждом человеке. Okay, the third thing is the miracle. И третье — это чудеса. It was the gift of tongues, or speaking in other languages. Это был дар иных языков. It says that the fire was like tongues. Написано, что огонь как было как языки. And the result was that they spoke in other tongues. И результат был того, что они начали говорить на иных языках. What caused this was being filled with the Holy Spirit, an overwhelming experience. Again. Okay, this was caused by the filling of the Holy Spirit. Это было из-за того, что они были наполнены Духом Святым. Being filled with the Holy Spirit is an overwhelming experience. А и быть наполнен Духом Святым — это состояние переизбытка. Yeah. It is something that goes beyond your own control. Это то, что происходит за пределом твоего контроля. Because the word used here to be filled means to be controlled by. Быть наполнен из греческого языка, который используется слово, это означает ты под контролем кого-то. Ты используем тебя используемый кем-то другим. Okay. You come under the control of the Holy Spirit. Вы становитесь под контролем Духа Святым. Ephesians 5:18 describes this. They were suddenly filled with the Holy Spirit. Ephesians 5, глава 18 стих рассказывает, что они были под контролем Духа Святого. While only the filling of the Spirit is mentioned, this event included other ministries of the Holy Spirit as well. Когда Дух Святой и языки были излиты в этот вечер, также были используемы и было дано другие дары Духа Святого. Okay. For example, например, it included the Spirit's ministry of indwelling. Indwelling, living inside you. Это начало служение того, что Дух Святой начинает уже жить внутри вас. Okay, being indwelt, being occupied, if you like, by the Holy Spirit. Это уже дало, как этот день открыло дверь тому, что Дух Святой теперь может жить в каждом человеке и может быть с ним все время. This is according to John 14, verse 17. Это Иоанна 4, 17 стих. It also included the ministry of Spirit baptism. И также началось духовное крещение. Okay, you can see this by comparing Acts chapter
Вы можете это увидеть, начиная от пятого стиха Деяния. И 11 глава Деяниям, 15 по 16 стих. Вы можете видеть параллель. And all of this was a fulfillment of a promise that Yeshua made in John 16, verses 7 to 15. Иоанна 16 глава 16 глава 7 по 17 стих Иоанна, это мы видим, это там дается обещание Иешуа тому, что время это придет, и что исполнится Писание для того, чтобы произошло этот день Пятидесятницы. Okay. Now, it's important that you read these texts. Очень важно, чтобы вы читали этот текст. We don't have time to read them all. У нас нет времени, чтобы это все читать. As you have probably noticed, как вы поняли, тут очень много. Okay. So this was that fulfillment of that promise. И вот и является совершением того, что Бог обещал. Okay. The word tongues. Языки. They began to speak in a language other than their own native language. Это означает, что они начали говорить на языке, на языке друг. Который не является ихним родным языком. Одно мы должны понимать. Вы должны понимать, что апостолы начали говорить на языках, которые они не понимали, но другие евреи понимали. So they were recognizable languages. Поэтому это были понятные языки, которые люди понимали со стороны. Okay, that doesn't mean that there can be others that we don't recognize. That doesn't mean that there can't be others that we don't recognize. Но это также самое не означает, что что там не было языков, которые они, ну, которые мы бы не могли бы понять. But I think it's quite a rare experience these days. Но мне кажется, сейчас очень редко, that when someone speaks in tongues, that it's a recognizable language. Что когда кто-то начинает говорить на языках, что это что-то, кто-то понимает языки. Sometimes that raises a little bit of a question. Иногда задается тогда вопрос. Okay. Реально ли это языки, либо нет. There has been a study. Было изучение. And it's not only that you understand the language, but the language has a grammatica, a dictation, and a syntax. Ну а также язык имеет грамматику, синтаксис и and what else? A diction. И диктат, ну и дикция. Yeah. Okay, it's clear and clarity, and. There've been many recordings made of people speaking in. И было очень много записей того, как люди молятся на языках. These have been analyzed, and many have been discovered to have these characteristics. И многие их анализировали, и очень много из этих языков они входили, ну когда люди молились, они входили в эту тройку, под которой вообще ставятся языки, что у них есть синтаксис. Дикция и произношение правильное. Yeah. Okay. So don't be too afraid about. Поэтому this. Не бойтесь. But it is something. I for a long time I spoke in Japanese. Очень долго я молился на японском. I don't know Japanese. Я не знаю японский. One day I was in a particular place and Но I was speaking. Но один раз я молился в одном месте и молился на языках. And someone from Japan came up afterwards and says. You are speaking perfect Japanese. И один из японцев подходит ко мне и говорит: "Вы хорошо на японском говорите." Okay.
That's sometimes an encouragement when that happens. И иногда вот приходит, ну как бы это является поддержкой в каком-то мере для нас. Okay. The source of the gift is the Holy Spirit. Но кто дал эти дары, это Дух Святой. Okay. And it says, as the Spirit enabled them to speak. Написано, что и Дух говорил, что написано, и Бог Дух давал им провещевать. This implies that speaking in tongues is not of our own motivation. Но это мы тут понимаем, что говорить на языках это не от нашей мотивации. But as the Spirit stirs us. Но как когда начинает нас вдохновлять Дух Святой. Okay. Those are some little things that we need to understand here. What is being said? What? These are some of the things that we need to understand of what is actually being said here. И тут это является одним из вещей, которые мы должны понимать, что написано тут. To understand also that the gift of speaking in tongues is only one of the gifts of the Holy Spirit. Мы также должны понимать, что говорить на языках это всего лишь один из вещей, которые дал Дух Святой. And not the most important. Но это не самое главное. Okay, which is a common fault in many places. И это является один из главных не то, что там и ереси, но это один из неправильных вещей, что учат. In keeping with what we read in Acts chapter 1, where it says, when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power to be my witnesses. Sorry? In accordance with what we read. И это входит в то, что мы читали раньше в первом главе Деяния, когда Иешуа говорит, что придет Дух Святой, и Он на вас изольется, и вы станете свидетелями моими того, что происходит. Yeah. The, wherever it took place, в любом месте, где это происходило, whether it was a temple compound or whether it was a, либо это было в доме, room, либо это было либо в храме, it says it caused them to go outside. Он говорит, это заставило их выйти на улицу. Yeah. They were so full of the Holy Spirit, а были так наполнены Духом Святым, that they couldn't stay where they were. Что они не могли оставаться там, где они были. And they continued speaking in those languages. И они продолжали говорить на этих языках. And as it's been said already, и как я говорил дальше, this was the feast of Shavuot, so это был праздник Шавуота. Many people who had come to Jerusalem to celebrate. Было очень много людей, которые приходилось в Иерусалим, чтобы праздновать это. Из всей земли, которую они тогда знали. Евреи, которые были рождены в других государствах, в других местах, приходили на этот праздник в Иерусалим. И они слышали, что они говорили. Okay. So what happened on this occasion was a new ministry of the Holy Spirit. И что случилось на этот день, что это начало новое служение Духа Святого. Which in turn gave birth to a new entity. Entity. The body of Messiah. Что дало новое. Can you explain entity? An entity is a body of something. Yeah. Которая дала, ну, которая стала частью, это была новая часть тела Мессии. Okay. Составляющая часть тела Мессии, вы поняли? But in this case, what we mean by that is that it was the birth of the body of Messiah. Что мы говорим сейчас, что на самом деле день Пятидесятницы это был как бы день, когда началось тело, как бы служение тела, ну, тела Мессии. Yeah, otherwise sometimes known as the church. И мы знаем как церковь. You may have noticed I have a little bit difficulty with using that word. Вы, наверное, бы заметили, что мне сложно чуть-чуть говорить слово церковь. That's because I don't feel it says what it needs to say in today's. Я потому что мне чуть-чуть сложно признавать, что церковь на сегодняшний день она не полностью сейчас не полностью соответствует к тому,
чему она была призвана изначально. Okay, for me, для my, меня world, и тому, что я чувствую, она не предоставляет и не показывает того, что я хочу говорить. Потому что церковь, на самом деле, она думается сейчас как здание, либо как просто место, куда приходят. Я люблю говорить тело Мессии. Okay, the significance of all of this, the significance of all of what? I forgot the word significance. Significance, the greater meaning. Значение, да, значение всего этого. Of what we have just read. Того, что мы только что прочитали. Okay, we can summarize this in 9 different parts. Мы можем рассудить как 9 частей. Okay, the first one. Первое. It marked the coming of the Holy Spirit. Это начало Духа Святого, прихода Духа Святого. For a new type of ministry. Для нового типа служения. Okay. A renewed covenant ministry in keeping with John 16. Это новый завет, который полностью показывает в полноте Иоанна 3:16. Okay, the coming of the Holy Spirit in the right way marked that it was going to be from the inside and no longer from just from the outside. Когда Дух Святой пришел, она показала, что теперь это начало того, что она будет исходить изнутри человека, а не с внешнего человека. Понимаем? Да? Okay. Secondly. Второе. Coming of the Holy Spirit was marked by 3 signs in Acts chapter 2. Дух Святой пришел в трех знамениях. Sound of a wind. Звук ветра. The appearance of fire. Виде огня. And the gift of speaking in other languages. И дар говорить на других языках. Okay. Thirdly. Третье. It meant the giving of the gift of the Holy Spirit. Дар даров Духа Святого. For he is the gift according to John 14:16. What do you mean gift of the giving of the gift of the Holy Spirit? Yeah. Can you explain? Okay, well. Да, okay. да, это три. Yeah. Может путать мой мозг. Да, это было дарование даров Духа Святого. Okay, bear with me on this one. Yeah. We'll fill in the gaps as we go along. Yeah. Okay. the giving of the gift according to John 14:16. Иоанна 14:16. Yeah, John 14:16. 14 глава Иоанна 16 стих. Acts 2:38. Деяния 2:36. Acts 10:45. 10:45. Okay. Before this time. До этого. The Holy Spirit did indwell some believers. Дух Святой был в некоторых верующих. He did not indwell all believers. Он не был во всех верующих. Okay, this we read in the Tanakh. Мы это читаем в Танахе. Okay. Even for the few who did experience the indwelling. Даже те, которые испытали. It was not necessarily Духа Святого. Это не означает, что он был с ними постоянно. Okay, now, сейчас this is what the gift of the Holy Spirit is. Вот что является даром Духа Святого. Now the Holy Spirit indwells all believers, теперь Дух Святой может быть со всеми верующими. And his indwelling is permanent. И его присутствие это на все время. Okay, do you understand now? Вы понимаете, да? Yeah? Do you agree? Another question. Okay. Four. Четвертое. It means that the power of the Holy Spirit is now provided for each one of us. Теперь означает, что сила Духа Святого для каждого из нас. To complete the commission that God has given to us. Чтобы мы сделали тот повеление, которое Иешуа дал нам. Okay. The fifth is that Pentecost. Пятое, это то, что Пятидесятница было начало тела Христа Мессии. So it marks the birth of that
Это было начало того единства, когда все христиане пришли вместе. Okay. То бишь рождение церкви. Мы видим, что это явно, если мы соединим некоторые, некоторые места Писания. Колоссянам 1:18 рассказывает, что церковь есть тело Мессии. Okay. Да. 1 Corinthians 12:13 говорится, что это вход, это является ворота для того, чтобы войти в это, в это тело. By the means of spiritual baptism. Тем, и говорится это об духовном, духовном крещении. Okay. Acts 1:5 stated that spirit baptism. Деяниям 1 глава 5 стих это говорится о том, что день Пятидесятницы это будущий будущий момент, который совершится. Acts 11:15-16 Деяниям states that spirit baptism began in Acts chapter 2. Говорится, что духовное крещение началось в Деяниях 2 главе. The body of Messiah cannot exist apart from spirit baptism. Okay. The body of Messiah тело Христа не может существовать apart from spirit baptism. В отдали от отдельно тело Христа не может жить отдельно без без духовного крещения. Шестое. The significance of Pentecost is that it opened the gospel to both Jews and proselytes. Jews and proselytes in the beginning. What are proselytes? Those who are converted from converted Gentiles to Judaism. День Пятидесятницы это был момент, когда слово Божие Евангелие было открыто еврею и апостолиту, то бишь человеку, то бишь еврею, не еврею, который принял иудаизм на то время. Okay, you're following me still? Да, да, все понимают. Okay, the seventh significance. Седьмое. Is that this means Peter will now use the keys of the kingdom for the first time? Мы видим, что Петр будет использовать ключи царства в первый раз. He was given those keys of the kingdom. Ему дали ключи царства. In Matthew 16:19. Матфея 16 глава 19 стих. To open the door of the kingdom. Чтобы открыть двери царства. To three groups. Трем группам. Okay, Jews. Евреям. Samaritans. Самаритянам. And Gentiles. И неевреям. Here he opens the door for the Jews. Здесь он открывает дверь для евреев. In Acts 2:14. Okay. 2:14. Деяниям 2:14. Okay. The eighth significance is that Pentecost is an illustration. Восьмое это то, что день Пятидесятницы является иллюстрацией of the future outpouring of the Holy Spirit upon all Israel. То, что произойдет в будущем на весь Израиль, то бишь крещение Духа Святого на весь Израиль. As predicted in Joel 2, как написано от Иоиля, 2 глава, 28 стих по 29. And declared as such in Acts 2:16-21. И она происходит так в Деяниях 2 главы 19 стих. Okay, 2:19? Sorry? What was declared? It was declared as such, declared as being that
act that took place here was declared as being the beginning. Yeah, yeah. What verse? In Acts chapter 2. Вторая глава. Verse 16 to 21. 16 по 21 стих. We haven't got there yet, but we're coming. Okay? The ninth significance. Девятая вещь, что происходит тут. Is that Pentecost signifies that the worldwide preaching of gospel now begins in earnest. Again. The significance is, the ninth significance is, that Pentecost signifies that the worldwide preaching of the gospel now begins. Девятая вещь, что происходит, одно из важных вещей происходит, что в этот день Пятидесятницы начинается мировое служение к миру. Your text for this is Acts chapter 2, verses 9 to 11. Девятый по девятый стих, девятый по 9 to 11? Yeah. Девятый по одиннадцатый стих во второй главе мы читаем об этом. Okay, now let's look at the effects of the coming of the Spirit. А теперь давай посмотрим на эффекты того, на последствия того, что происходит Дух Святого. Вторая глава. Verses 5 to 13. Verses 5 to 13. Пятый по тринадцатый стих. Okay. There it says, they were in Jerusalem at that time, Jews from every nation under heaven. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные. Из всякого народа под небесами. These are Jews from the diaspora. Это были евреи из диаспоры. They're faithful, believing Jews from outside of the country. Это были верующие евреи, которые были за пределы государства. Because of Pentecost, they wanted to be, or Shavuot, they wanted to be in Jerusalem. Из-за Шавуота они хотели быть в Иерусалиме. Okay, and because there are only 50 days between Pentecost and and Passover, из-за того, Shavuot and Pesach. Из-за того, что происходит 50 days. Yeah. Из-за того, что да, происходит день Пятидесятницы 50 дней после Песаха, после Пасхи. It became customary for the Jews who came from outside of the country to remain in Jerusalem. И тогда было нормально для того, чтобы евреи, которые приходили на Пасху, на Песах, оставались еще 50 дней, чтобы остаться на Шавуот. Before going home. Перед тем, как уехать. So it was Jerusalem was still full of many people. Поэтому Иерусалим был наполнен кучами, очень многими людьми. Okay. These were all, it says these, it makes very definite, these were all devout men who were devoted to God. Тут четко написано, что это были люди, которые реально себя посвящали Богу. Okay, they were the Tanakh type saints, if you like. Это были святые Танаха. Okay. The same spiritual terminology is used of Simeon in Luke chapter 2:25. Такой же духовный рассказ или обсуждение человека говорится о Симеоне дальше в главах. Okay, the period of time which is covered by the book of Acts. What? The period of time which is covered by the book of Acts. Период времени, которое было использовано в книге Деяний, is a transition from the Tanakh. Это переход с Танаха into the new renewed covenant scripture. В Новый Завет. Из как бы вот книга Деяний это тот период, из которого мы выходим из, ну как бы в Старого Завета с Танаха в Новый Завет. Okay, and one of the purposes of the book of Acts. Одно из вещей, которые делает книга Деяний. Was to reach this type of believer which we just mentioned. Чтобы достигнуть таких верующих, которые были на то время. Those who really believed in the God of Abraham, Isaac, то, and Jacob. Те, которые в реале верили в Бога Авраама, Ицхака и Якова. And it was a time to reach them with the new message. И было время достигать их с новым словом. Okay, in Acts 2, 6 to 8. Вторая глава Деяния 6 по 8. We hear that they became very excited by what was happening. Тут они были очень радостны тем, что происходило. It says also that they were confused. Но также написано, что они были смущены. What is this that we hear? Что это такое, то, что мы слышим?
They heard the sound. Они слышали шум. Okay. Therefore, they came together. И они поэтому пришли вместе. They heard them speaking in these different languages. Они слышали, как они говорили на разных языках. And the result of that was that a great multitude gathered together. И результат был того, что очень большая толпа собралась вместе. At this point, we know that they must have been outside somewhere because. И поэтому и здесь мы уже начинаем понимать, что они были где-то где-то на улице. They couldn't all get into that room. Они не могли все оставаться либо в этой комнате. And this provided the audience for Peter's first sermon. И тут это была аудиенция, то тут был хватил народ для того, чтобы Петр начал свою первую проповедь. Yeah, just a second. We are told something about their state, about how they felt. Нам говорится чуток о том, как они себя чувствовали. They were confused because they were hearing these men speak in all of these different languages. Они были смущены, то бишь они не понимали ничего, потому что люди вокруг их говорили на их наречии. They were indeed languages which they could recognize. И это были языки, которые люди понимали. Of the country from which they came. Это были языки, которые были говорились на тех из в том тех государствах, в которых эти другие евреи жили. Okay, we take a. Теперь у нас перерыв 15 минут.